Всем привет-привет, вы на канале Вот ГСН, канале, на котором, если вдруг что-то в игре появилось, вы всегда сможете найти на это обзор, причем буквально через пару минут. Поэтому, если хотите ничего не пропускать, подписывайтесь на канал прямо сейчас и жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления. Итак, появилась пару минут назад рулеточка на огромные сюрпризы. Сюрприз действительно огромный, потому что данной рулетки не ожидалось. Ну, по крайней мере, я не знал о том, что она будет. А вот в отношении стоимости тоже сюрприз такой себе. Дело в том, что в данной рулетке целых 51 прокрут. И все эти 51 прокрут обойдутся вам в целых 75,5 тысяч голды. Что вы за это получаете? Вы за это получаете огромное количество контейнеров, из которых, возможно, что-то вам выпадет. Стоит отметить, что самые большие проценты по выпадению у песочных контейнеров, и это, в принципе, не удивительно, потому что дешманские награды тоже нужны в любой рулетке для того, чтобы голдишку на них спускать. И здесь, ребят, они вас порадуют 6 раз по 10 штук и целых 5 раз по 3 контейнера. Короче говоря, дофига песочных контейнеров вам обеспечено однозначно. А вот в отношении главных наград, я бы сказал, скудновато, потому что здесь у нас 2 раза по 1 контейнеру сюрприз, 2 раза по 2 контейнера и 1 раз 5 контейнеров сюрприз, и шанс выпадения, как вы видите, далеко не самый лучший. Контейнер сюрприз имеет у нас всего лишь 0,01%. Короче говоря, 1/100. Ну, очень мало. Короче говоря, скорее всего, контейнеры сюрприз будут выпадать вам последними. И контейнеры сюрприз сами по себе неплохие, потому что здесь вы получаете себе в любом случае либо танчик какого-то уровня, либо голду за него. Но согласитесь, если Шкода у вас есть, получить полторуху за нее, честно говоря, будет маловато, если потратите 1000-20-30 на данные контейнеры. Ну что, ребят, давайте попытаемся покрутить. Я пока не планирую крутить рулетку до финала, потому что, ну, очень дорого, даже несмотря на мою золотую копилку. Кстати, большое спасибо спонсорам за то, что ее пополняли. Мне это безумно приятно и дает возможность снимать все новые и новые видео. Итак, начинаем с одного контейнера. Собери их все. Ну, давай, удиви меня чем-нибудь. Ничем не удивляет контейнер. Абсолютно ничем. 250 золота. Что получу за 250? Ну, а? Ну, пожалуйста, то, что говорил. 10 песочных контейнеров. Глядишь, может, гризли достану, тогда действительно будет интересно. А так, в целом, не сказал бы. Не сказал бы, что контейнер меня очень сильно интересует. В свое время очень сильно раздосадовал. Я открыл более 350 контейнеров и, по большому счету, практически ничего не получил. Получил несколько танков, которые были у меня в коллекции. И на этом привет. Есть первый сертификат, открываем его. Но, что ты мне дашь? Ты мне даешь ПЗ-2Г. Ладно, не знаю, честно говоря, сколько ПЗ-2Г стоит в виде голды при компенсации. Так, смотрим, где наша ПЗ-шка. Ну, так, чтобы прям сразу математику ввести. 50 золота. У-ху! Я разбогател, ребят, я поднял голды. Открываем дальше контейнеры песочные. И переходим к прокруту рулетки. Глядишь, выпадет что-то более толковое. Вообще, разработчики очень расстроили меня данными контейнерами, потому что они наделили данные контейнеры шансом получения машины, ну, в частности, сертификата на нее, таким же, как на, не знаю, там, восьмерки, десятки в каких-то контейнерах. 5%, мне кажется, для песочного танка, но это очень мало. Сушечка, не помню сколько, по-моему, 750 голды, если не ошибаюсь, компенсация за нее идет, но не уверен. В любом случае, пока вроде бы в плюсике. Уже хорошо, уже большое спасибо, но, как я сейчас уже начал говорить, все-таки песочные контейнеры, мне кажется, должны были иметь более высокий процент по получению песочного танка, нежели контейнеры на какую-нибудь восьмерку, девятку или десятку. Как мне кажется, это вполне логично. Ну вот, допустим, в тех же самых мистиках первого уровня шанс выпадения сертификата мистического тоже составляет 5%. И что тут можно сравнивать? 5% на песочную машину или 5% на какой-нибудь годный прем или коллекционку? Крутим дальше. 350 золота. Пока, ребят, нахожусь в плюсе, потому что стартовал с 373 070, а сейчас на счету больше золота, нежели было на момент начала прокрутой рулетки. Поэтому в целом ухожу пока в плюс, но это ненадолго. Уверен, что уйду в хороший минус. Второй контейнер. Ничего. И третий контейнер. Тоже большое ничего. Ай, блин, как в воду глядел почти. Не умею я предсказывать. Не умею. Медиум. Медиум. Спасибо большое за медиум.
Ладно, не буду тратить время на просмотр того, сколько идет компенсации. Просто нахожусь в плюсе на 300 с копейками золота. Уже хорошо. Значит, крутим дальше. Но... дай сюрприз, пожалуйста. Нет, мега-контейнер. Это даже лучше. Это даже лучше, чем было раньше. 300 голды. Раз. Но... давай! Не жлобись! 250. 550 золота плюс в копилку. Нормально, нормально. Вот как раз на эти 550 сейчас прокрутики сделаем. Пока нахожусь в плюсе на 900 золота. Еще 10 песочных контейнеров. Но я говорил, что песочные контейнеры в этой рулетке явно будут вас преследовать постоянно, потому что на них самые высокие шансы, и количество самих контейнеров в рулетке самое большое. Поэтому будьте готовы к тому, что добрую часть своей голды вы как раз потратите именно на песочные контейнеры. Забираем, едем дальше. Наверное, даже буду скипать. Не зря скипнул. Не зря, давай. Дай мне гризли, я уже буду доволен. Нет, М3 легкий. Хорошо. Спасибо большое. Какая-никакая все-таки компенсация. Забрали. Ничего. А если еще раз скипнуть? Не помогает. Ведь не всегда срабатывает система скипания контейнеров. Может, не всегда скипать надо? Может, надо скипать только тогда, когда там что-то есть? Ну, узнаешь ты об этом только опосля. Ладно, песочные контейнеры все-таки не настолько интересные для того, чтобы смотреть их долгое выпадение. 600 золотом. Пока нахожусь в плюсе. В любом случае, можем крутить дальше. Уху, мистический контейнер. Ну, давай. А ну, давай мне мистик. Ну, дай мистик мне. Мистический талисман, коих мне надо еще целых 3 штучки, чтобы открыть контейнер 2 уровня, в котором шансы в 2 раза больше, а реально выпадает хуже, нежели с первого. Ай, дразнила меня этими огромными сюрпризами и все равно дала мистик, блин, вместо них. Забираем. Поехали, 700 золота. Ну вот теперь уже ушел в минус хорошенько. 2 мега-контейнера. Открываем. 250 золота возвращается. Опа, опа. Полторушечка и мистический контейнер. Ну, давай. Эх, блин, так хотелось какой-то жирноты. Не, ну и так неплохо, слушайте. Вернулась назад больше, чем потратил. 750 золота. Крутим рулетку. Кстати, в рулетке прокруты идут как качели. Сначала идет ценник на увеличение, потом на падение, потом опять на увеличение. Короче говоря, не знаешь, когда остановиться, потому что потом все больше и больше манит тебя покрутить из-за того, что вроде бы прокрут становится дешевле, нежели был до этого. 250 золота. Скудновато, конечно, из этого контейнера, но в плюсе постоянно быть невозможно. 800 золотишки. Эх, блин. Забираем. Сколько еще надо... блин, еще целых 5 талисманов надо собрать для того, чтобы хотя бы полторуху вернуть с них. А, там даже не полторуха будет. Штука всего лишь. От этого только хуже становится, реально. Ну, давай, родимая. Давай, дай мне хотя бы один сюрпризик. Нет, мега-контейнер, говорит, возьми, порадуйся и хватит. Так. Опа! Танчик. Да, ИСУ-122С есть у меня в коллекции. Но танк уже получен. Даже не знаю, как это расценивать. Пишите в комментариях, можем это считать как повезло или все-таки считаем как топчусь на месте. 250 золотом и ИСУшка, за которую получаю компенсацию серебрушкой. Правильно, что здесь же серебром компенсация за премию, то с разработчиками в последнее время фиг поймешь. Ну да, серебром и что у нас там получается? Где это ИСУха? Ниже. Блям-бам-бам-бам-бам.
Так, ИСУ-122C 2 миллиона серебрянди. Эх, не было бы тебя в коллекции, или была бы ты коллекционкой, гораздо больше кайфа было бы. Крутим дальше. Песочные. Ставлю ставку на песочек. Песочек. Лучше бы я эту ставку не делал, блин. Мне бы в казино так везло, блин. Предугадывать. Следующий контейнер. Ничего. И следующий контейнер. Тоже ничего. Ну, ладно. Окей, хорошо. Проехали. 900 голды. Пока нахожусь на 3000 голды в минусе. Но, ребят, если бы данной ПТ-шки у меня в коллекции не было, то можно было бы сказать, что я ее неплохо себе прикупил по вполне себе адекватному ценнику. Если бы отсутствовала машина в ангаре, я был бы рад реально этой ПТ-хе. Так, мистический контейнер второго уровня и 200 золотом. Открываем мистик второго левела. Мистический сертификат! Мистический сертификатик! Иди сюда, мой родной! Дай мне то, чего у меня нет, или какую-нибудь коллекционку с хорошей компенсацией. Британская пантера. Да чтоб ты, блин. Британь пантер. Компенсация серебром. Вся радость в унитаз. Но это издевательство. Это реально издевательство. Открываем. Еще один мистический. И все. И на этом до свидания. Заново начинаем собирать талисманы. Все. Лавочка закрыта. Не успел я обрадоваться, как пантера Британии осадила меня ниже плинтуса. Вот так вот может быть. Можете крутить, крутить, и вроде бы выкрутили себе мистика, а по факту получаете оттуда мало того, что какую-то низкоуровневую машину, так еще и ту, которая есть у вас в коллекции, и получаете компенсацию серебром. Ну, согласитесь, не сильно добавляет настроение такие ситуации, но, с другой стороны, на то она и рулетка, для того, чтобы в первую очередь себе нервы пощекотать, а не на ней заработать. Всегда говорил, говорю и буду говорить, если хотите получить себе танк, который вы реально хотите, просто подкопите на него голды, дождитесь его на продаже, ну и, соответственно, купите себе его через магазин игровой, а не кота в мешке, покупайте, для того, чтобы стараться достать какую-то тачку из контейнера. Не обязательно, что контейнер вас порадует. Ну давай, собери их все. Поприкалываемся. И еще раз ничего. Ну такая вот досада. Осталось еще 3 контейнера. Собери их все, открыть, чтобы 1000 вернуть. Едем дальше. 1150. Пока грустненько. Ну честно. Если бы танков не было, за 6000 их купил, окей, хорошо, но с учетом того, что большинство машин в ангаре у меня присутствует, то любая рулетка, любые контейнеры для меня по определению убыточные, потому что практически что бы я оттуда ни достал, это меня радовать не будет абсолютно. Ну, разве что если я потратил голды меньше, чем компенсация за какую-то коллекционку, которая присутствует у меня в ангаре. Так, на этом с этими контейнерами закончили. 1250 золотом. Слушайте, ну не нравится мне пока. Пока не получаю никакого удовольствия. Пока все крайне предсказуемо. Вроде бы как-то рулеточка что-то дает, и потом сразу это благополучно забирает назад. 1000 золота. Забираем-с. И это, кстати, не благодаря талисманам, а просто выпадение из самой коробки. И 350 еще. Ладно. 1350, кстати, вот. Пожалуйста. Прокрут. То есть, в принципе, эти два контейнера дали мне в подарок не золото, а просто еще одну крутку рулетки. 10 контейнеров. Понеслась душа в рай. По-бырому их открываем. Ничего, ничего. Еще раз ничего. Не, ну за последние прокруты перед этим из песочных контейнеров мне повыпадало столько сертификатов, что если сейчас давать не будет, я удивлен не буду. По одной простой причине, потому что в целом сертификат приходится, как правило, где-то 1 на 15 контейнеров, плюс-минус, ну по моей практике. Итак, сертификатик выпал, открываем. Что получаю? Получаю ДВ-2. Тоже, по-моему, не сильно дорогая тачка при компенсации. Открываем оставшиеся контейнеры. Ну и все, в принципе, один тон только был. 1425 золотом следующий прокрут. Поехали.
собери их все в количестве одного. Блин, ну маловато. За 1500 можно 3 конта купить в любой момент, а здесь один контейнер за 1450. Невыгодно, абсолютно невыгодно. 1400. Ну давай, ну. Да что ж ты, блин, скажешь-то ему. Ладно, поехали. 10 контейнеров. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Все, ни одного сертификата за 10 контейнеров и за 5 предыдущих. Ну, как я и говорил, 15 контейнеров точно будет в холостую, а там уже плюс-минус один где-то выпадет. 1375 голды. Сейчас прокручу, хочу пойти посмотреть, какие вообще шансы выпадения огромного сюрприза на данный момент. Потому что прокрутил уже доброе количество ходов, а что-то как-то не попахивает. 300 золота. 300 золота. Забираем. Итак, что у меня на данный момент получается? Значит, я покрутил 21 раз. Сейчас будет 22 прокрут. Из, сколько там, 51. То есть практически половину рулетки я прошел. Что у меня по шансам за эти полрулетки? Значит, на огромный сюрприз шансы увеличились с 0,01 до 0,02. Ну, если так математикой, конечно, считать, то в два раза. А по факту можно сказать, что ничего и не увеличилось. В отношении контейнера штучного и двух штучек, да, шансы немножко выросли, но тоже там где-то на уровне плинтуса болтаются. Шансы на контейнеры песочные тоже немножко возросли. Но при этом всем, как видите, мистики стали иметь выше процент по выпадению, и такой же процент, как на песочной, получился у контейнеров «Собери их все». Чуть-чуть ниже на мега-контейнеры. Короче говоря, типа шансы растут, но что-то я так понимаю, что ничего хорошего с этого не будет. А что у меня по голде? А по голде у меня минус 10 тысяч. Уже. Вот так вот. Просто крутил-крутил и десятку слил. Что я получил? Да по большому счету ничего, потому что два танка годных по уровню плюс-минус, шестерка, семерка, у меня присутствовали в ангаре, песочные машины у меня были, компенсация там не сильно большая, как видите, компенсация не сильно влияет, потому что 10 тысяч в минусе все равно. Открываем 10 контейнеров и делаем следующую крутку на более толковый контейнер. Ничего интересного, так вот чисто по кругу бегаю. Ничего не происходит. Просто ничего не происходит. Да, и в принципе произойти и не может. Вот сейчас даже еще больше расстроили меня контейнеры, потому что, получается, открыл 25 уже контейнеров за последние разы, да, из 25 ни одного сертификата. А потом выпадет какой-то сертификат с компенсацией там 50-100 голды. Ну, очень круто. Очень круто, контейнеры удались. Я любитель песочной техники, люблю заезжать в песок, погонять, повеселиться. Делаем это и на стримах с ребятами. Но, блин, даже я, как любитель и пропагандист песочных уровней в нашей игре, я уговариваю всех не забывать про эти танки, считаю, что это далеко не то, что необходимо было сделать со стороны разработчиков для того, чтобы популяризировать нижние уровни. Эти песочные танки, по-моему, только отбивают желание к ним прикасаться и видеть их, а уж тем более кататься на них. Напишите в комментариях, вы со мной согласны, не согласны по данной теме, что таким образом популяризировать это занятие бестолковое. Открываем. Два контейнера, собери их все. Так, давай. Шбум. Собрал, наконец-то, на 1000. Ну и все. Собрал, да и собрал, правильно? 1275. Начинаю сомневаться в том, что стоит крутить рулетку до конца. Количество контейнеров, которые здесь положены, не так уж и много. 11 контов. А 75,5 тысяч золотом — это все-таки дороговато для 11 контейнеров, из которых не факт, что вам выпадут танки, которые у вас отсутствуют. А компенсация, скорее всего, не покроет ваших затрат. 250 золотом и со второго контейнера... И со второго контейнера 300 голды. Ну, короче говоря,
в существенном минусе каждый прокрут получается. То есть, что бы дальше не выпадало, оно все равно будет дешевле, нежели сумма потраченного золота. По-моему, пора пойти посмотреть на ценники на прокруты и поставить себе какой-то определенный рубеж, дальше которого идти не буду. Один мистический контейнер ни черта не приносит. Теперь давайте смотреть по ценнику то, о чем я говорил. Дальше идет на уменьшение, потом чуть-чуть на увеличение, потом опять на уменьшение, уменьшение, уменьшение. Ну давайте попытаемся прокрутить до 40-го прокрута, если раньше меня не обломит. Ну и, соответственно, скорее всего, там дальше бросаем. Потому что дальше ценник просто заоблачный за каждый контейнер, который будет выпадать. Не вижу абсолютно никакого смысла просто сливать голду в унитаз. Собери их все. Забираем. Будем считать, что я собрал их всех. 1200 золота. Песочные контейнеры. Как я рад. Ладно, скипаем. На этом все. Песочные контейнеры закончились, но еще два раза могут попасться мне. Мега-контейнеры. 350 голды. Ну дай какой-то контейнер внутри контейнера, что ли, я не знаю. Ключ от запертого контейнера. Ура! Спасибо большое. И 500 голды сверху. Забираем. 1150. 1150 голды. Мистик. 3000. Ну, неплохо, неплохо. Как для выпадения с одного контейнера, это было хорошо. Но если посчитать, сколько я потратил уже, блин, это маловато. Мне бы хотя бы в ноль как-то вернуться. Еще два мега-контейнера. Уа! Есть! Есть! Ну, наконец-то! Наконец-то скотина Торнваген становится в мой ангар. И 1250 золотом возвращаются. Так, давайте теперь сделаем небольшую паузу и просто быстренько посчитаем в отношении того, во сколько мне Торнваген обошелся. Значит, смотрите, стартовал я с 373.70, а сейчас у меня 356.955. Во сколько обошелся Торнваген? Торнваген обошелся мне в 16115 голды. Ну и вот напишите мне, нахожусь ли я сейчас в окупе или нет. Как мне кажется, нет, потому что Торнвагена я мог купить огромное количество раз себе, но хотел взять его максимально дешево. Не взял, но хоть что-то получил из рулетки, это уже хорошо. То есть, в принципе, можно сказать, что я в минусе 1000 на 10 для себя лично по своим подсчетам, потому что Торнвагена я не сильно там дорого ценю, где-то 1000 6,5, максималка 7 ему цена в голом состоянии, в коем он мне сейчас выпал. Ну, ладно, окей, хотя бы, не с голым задом я отсюда уйду, а хотя бы какой-то танк, которого у меня не было, я все-таки получил. Это уже приятно. Но, песочные контейнеры. Забирают песочные контейнеры в очередной раз голду с моей копилки, ничего взамен мне не дают, за что большое спасибо. 1200 за прокрутик, сейчас, скорее всего, будет контейнер «Собери их все». Нет. А вот тут я удивлен, почему нет. 750 золотом возвращается в копилку. Едем дальше. 1175. Мистик. Ну давай. Давай, мистик. Ни черта.
просто ни черта. Талисманов надо еще очень много, целых 9 штук. С этой рулетки точно не дособираю. 1150 золотом. Целых 2 собери их все. Какая необузданная щедрость. Талисманов сколько надо еще? Целых 4, блин. Хрена с 2. Соберу я их. Все, на этом большое до свидания. Забираем 1100. Два мистических контейнера. Раз. И два. Ну, полляма серебром, еще хоть как-то, но все-таки не то, что мне хотелось бы получить. 23 тысячи, ребят, сейчас мои затраты, и в плюсе только Торнваген. Блин, я бы за эти 23 тысячи минимум 3 танка себе купил. Ну, реально. Все. Большой привет и добрый вечер. 1000 золотом. Ни одного сюрприза за все время. Вот сколько кручу. Фонарь фонаревый. ВЗ-122ТМ. Ну, можно сказать, что неплохо. Потому что восьмерка, в моем случае, понятное дело, компенсация серебром меня не радует, но это восьмерка. Это восьмерка, это в плюс рулетки, можно сказать. 990 золотом. Ну, наконец-то! Наконец-то огромный сюрприз падает. Блин, сколько ждал я этого огромного сюрприза. Как я говорил, прикол контейнера заключается в том, что выпадает либо танк, либо золото. То есть в любом случае, сначала определиться, какой танк. Это у нас объект 268/4. А значит, за него в любом случае голда у меня будет. Танк есть у меня в ангаре, поэтому просто получаем 5000 золота. Ну, неплохо. Неплохо, конечно, но все равно. Маловато, чтобы вернуться к нормальному... хотя бы окупу, я уж не говорю о том, чтобы в плюс пойти, но пятерка вернулась, уже слава богу, потому что могло быть и хуже. Могло 750 золотом выпасть, или, допустим, там косарь какой-то, полторушка. А так, пятерка нормально. За танк 10 уровня большое спасибо. А, Матильда 4, опять-таки компенсация серебряндей и 300 золотом. В целом, если у вас танков особо в ангаре нет, то... рулетка будет для вас позитивной, будет для вас интересной. Потому что тройку-другую машин из нее вы однозначно получите. И тогда ваша математика будет совсем другой. А, что у нас получается? Я дошел до своего чекпоинта, который не хотел пересекать. Здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 прокрутов, грубо говоря, на 30 с копейками тысяч. Я даже не знаю, что делать, потому что даже если мне будет... по десятке падать с каждого огромного сюрприза, то в любом случае я не окуплю этих 30 с чем-то тысяч. Ну, не знаю, не знаю. Давайте попытаемся крутнуть буквально там пару раз. Понимаю, что нарушаю собственные правила, поставив себе ограничения по прокрутам. Будь добр остановиться, если ты сам уже с этим определился. Но здесь уже просто вам показать... насколько далеки контейнеры огромный сюрприз от вас, в случае, если вы будете крутить данную рулетку. Ну и, как я говорил, если у вас голды не так уж и много, ребят, лучше не тратьте на рулетки, потому что можете слить эту голду просто в никуда. Лучше подождите танк, который вам хотелось бы себе заиметь, на продаже и просто купите его. Я думаю, что так будет вам гораздо выгодней. Такс, 3000. Ну, явно сейчас будет вот это вот блин, но либо собери их все, либо мистик. Но нет, обрадовали контейнером, огромный сюрприз. Открываем. Сейчас будет низкоуровневый, да, кто-то. Alt Pro AMX-30. Неплохо. Ну, давай. Забираю машину 8 уровня. IP
AMX-30. Я, честно говоря, не помню, был он у меня в коллекции или нет. Сейчас, если вы позволите, на секунду выйду из рулетки, посмотрим, получил компенсацию или получил танк. Получил компенсацию. 1500 голды. Как вам компенсация за восьмерку? Мне кажется, что крайне скудненько. 3500 золота. Два мистических контейнера. Забираем. Забираем. Еще три мистика необходимо для того, чтобы забрать. А здесь два их, зараза, лежит. Короче, поехали дальше, ребят. Че нам уже терять, правильно, в конце-то концов? Забрали. Еще 4, собери их все, меня ожидает. 2 контейнера мистических, ну а дальше огромные сюрпризы. Мистики забираем. Здесь, скорее всего, ничего не будет. Буду даже скипать, потому что не вижу смысла томительного ожидания. 3250, это просто бешеная, бешеная цифра для покупки контейнеров. Шерман Лозы. Шерман Лозы, понимаете, предоставит мне сейчас 750 золота. Просто, просто супер, блин. Ради этого стоило идти до конца рулетки, действительно. Шкода Т56 отдает мне тоже компенсацию, потому что машина есть, всего лишь 1500 за восьмерку. Не считаю, что разработчики честно поставили компенсацию в этих контейнерах. Свое мнение, как обычно, можете написать в комментариях. Я с удовольствием почитаю. Думаю, другим ребятам тоже полезно будет. Да и разработчики периодически ваши комментарии, я думаю, тоже читают. Поэтому пишите комментарии со своим честным мнением. Я думаю, оно будет всем интересно. 1000 забираю из контейнеров благодаря компенсации, точнее, благодаря собранным талисманам. И на этом, в принципе, привет. Забрали. Ну что, давай еще раз мне 2, собери их все, даже скипну, просто для того, чтобы не ждать. И так понимаю, что выпадет. Раз. И 2. Все. На этом осталось забрать только вот эти контейнеры. И обратите внимание на мою копилку, насколько она похудела. Она похудела на 45 тысяч, это очень много. И вернуть этих 45 тысяч эти контейнеры однозначно мне не смогут. СТРВ-74А2, великолепный танк 6 уровня, который абсолютно никому не нужен, приносит мне 750 голды. А второй контейнер приносит нам контейнер на CS-52 Лис. Ну тут уже интересно, потому что CS-ки у меня нет, и глядишь, может будет танк все-таки, может не будет игра издеваться. Нет, 1000 голды. 1000 золотом. Ну и последний прокрут. За 3500 золотом я покупаю 5 контейнеров огромный сюрприз. И давайте будем смотреть, что получилось. Что получилось в итоге. Хотел остановиться вовремя, но поехал дальше. 1000 золотом за Титан HND, поскольку он есть у меня в коллекции. Следующим танком что будет у нас здесь? Объект 907-й. Принесет мне 5000 золотом, это однозначно. Дальше. Пудель. Пудель 6 уровня даст мне 750 золота. Ну и что у нас получается на выхлопе? Лео. Большое вам наше с кисточкой. Открываем, забираем себе Свея. Почему-то пишет Лево постоянно. Но по факту Свей. Спасибо большое за Свея. За него я тоже получу компенсацию. Огромная благодарочка. Ну и что? Последний контейнер, если я правильно все посчитал. Давай мне на что-нибудь годное. Да, ПЗ-4 Шмальтурм. Какая прелесть. Еще 750 голды падает в копилку. Я, честно говоря, в шоке от прокрута данной рулетки. Ну и давайте теперь посчитаем, что у меня получается по математике. 373 тысячи 70 голды минус
333 тысячи 20 голды. Я потратил на рулетку, ребят, 40 тысяч 50 с золотом. Что я с нее получил? Из танков, которые у меня отсутствовали в ангаре, я получил себе ни много ни мало. Где этот красавец, блин, находится? Тяжелый танк. Вот он. Я получил себе Торнваген. А не дорого ли я за него заплатил? Пишите в комментариях, ваше мнение мне действительно интересно. Я пошел снимать следующее видео специально для вас. А вам, друзья мои, искренне желаю более хороших прокрутов у рулетки. Надеюсь, вам будет вести больше, чем мне. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.